Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть James Bond. James Bond. Някаем, чё ж. Одиночная игра. Чё, продолжить так одиночная? Конечно, если продолжить, одиночная игра. Так, мы идем к телефону, который где-то там запотерялся. Будем искать. Используйте смартфон для поиска оружия. Блин, это что у меня в таком качестве, что ли, тут? Наверх. Больше некуда. Буровая установка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чувствую, мне кобздец. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Шевели булочками. Эпично было. Выжил. Какая приятная для меня новость. Я в восточном зале. Свод держится. Только немного породы осыпалось, а так порядок. Ничего не нашли. Вряд ли от него вообще что-то осталось. Ясно. Продолжайте поиски. Вас понял. Так, поговорить он поговорить успел. Его телефон я могу взять? Нет. Так, просматриваем сооружение рекордного по протяженности Босфирского туннеля в Стамбуле было приостановлено после обнаружения руин византийского порта на месте строительства. Эта находка взволновала все. Ага. Где вот это, никакого отношения не имеет. Че, укрытие мне от кого укрывать? Давай-ка посмотрим. Смотрим. Раз, два, три, четыре. У нас убитый. С чего ты решил? Блин, рассекретил меня. Вот так. Пока все идет хорошо. Так. Блин.
И наверх-то не забраться. Вот так. Так. Теперь соберем для этого боеприпасы. Все? Нет, вот же есть боеприпасы. Так. Заходим. Давай, Эдвард, вставай. Не тратьте время. Я ничего не скажу. Посмотри. Пошел. Охренеть. Ладно. Вот так. Замечательно. Подождите. Вот так. Помогите, мистер. Помогите мне. Подожди, не спеши. Я здесь. Тарапунька. Вот теперь можно попробовать. Кто вы? Кто это сделал? Бернин. Его зовут Бернин. Ему нужна информация. Мои формулы. Биооружие. Мы вытащим вас. Мне уже не жить. Вы должны выбраться наверх. Но у вас еще есть шанс спасти Тедварда. Так, задача обновлена. Найдите проход к камере. Так. Дверь заперта. Понятненько. Ясненько. Так, залазить он не залазит. Но это точно сюда, раз здесь так все. Так. Так, идем сюда. Здесь ни хренашеньки нет. Пусть тот, кто найдет эту записку, знает, что я практически ничего не помню о ночи, когда меня похитили, но постараюсь изложить некоторые факты. Я возвращался домой с семинара по биотехнологиям, которые проходили в Стамбульском университете. Вдруг мое такси свернуло с дороги, я не успел возразить, как меня силком вытащили из машины, надели мешок на голову, погрузили в какой-то фургон. Очнулся я только там, где меня впоследствии держали много дней. Мне страшно, но я должен надеяться на то, что все закончится хорошо. Так.
Так. А куда мне? Куда ты, ты меня ведешь? Ага. Вон оно что, Михалыч. А я вообще-то думал, маленько по-другому думал, наоборот, оттуда откуда-то сюда надо, оказывается, отсюда туда. Вон оно что. Дверь закрыта. Да, это не ассасин, он по стенам не лазит. Иди давай. Трогайте меня. Пошел, я сказал. У Бернина большой опыт. Он с голыми руками кровь из камня пышет. Меня же не пугает. По-доброму советую все рассказать. Самому. Так. Кто тут? Никого. Блин, 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 давай. Это как браво, ужастик. Отвечайте. Браво, как слышите прием? Ничего не слышу. У нас потери! Вон, 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 вон бежит. Падла, где-то там. Вот так. Трое. Так. Где наше подкрепление? Нужно подкрепление. Еще один. Вот так. Все пока нормально. Так. Пока хорошо идем. Автоматные это мне нужны. Здесь да. Что-нибудь. Минутку. Нет, ладно. Вроде все справил как надо.
Где? Так. Не вижу. Где тут собрать, что можно? Скорее всего, наверху где-нибудь. Вот. Нифига не здесь. Наверное, наверх. А, во, во. Так, это что у нас? Полагаю, операция осуществляется без каких-либо затруднений. Не думаю, что стоит напоминать вам о возможных рисках, ценности исследований. Да, нам не стоит напоминать. Так, 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 так. Прыгаем. Опа. Так. Да ё-моё. Не все. Вот я же как-то оставался. Вот. Так что не надо тут прибедняться. Какую-то информацию не собрал, да? Так. Теннер, что нам известно о Бернине? Секунду, я ищу. Готово. Бернин. Мелкий гангстер. Последний. Мелкий? Значит, материалы Тедварда у него надолго не задержатся. Так. Пока неплохо. Так, где, где, где? О! Какой пароль к флешке? Какой пароль? 1, 2, 3. Говори быстрее! Хватит! Не надо! Я скажу. Спасибо. Прикончить его! Уходим отсюда! Но тот ты все равно успел выстрелить. Ну надо же. Вон он! Поехали! Опять гонка. Мать его. Бонд Ми-6. Тедвард мертв. Бернин уходит. Вы засекли его? Да, 007. Сообщите нам, если потеряете его из виду. Понял. Thank you.
Так. Да, мать вашу. Бонд Ми-6. Тедвард мертв. Вернин уходит. Вы засекли его? Да, 007. Сообщите нам, если потеряете его из виду. Понял. Так. Сюда. Блин. Еще и отстреливаются от меня. Тихо. Ага, по той стороне бы я бы и не проехал. Он развернулся в туннеле. Куда едет? Бонд, похоже, он направляется в порт. За ним. Нельзя упустить эти материалы. Блин. Ненавижу гонки. Аж три машины было против меня. Нахрен. Вот тебе и раз, вот тебе и два. Блин. В туннеле. Куда едет? Бонд, похоже, он направляется в порт. За ним. Нельзя упустить эти материалы. Проскочил. А ты что, так и ехал, что ли, до этого? Так. Не газуем. Да кто по порту вообще гоняет? Охреневаю над вами. Я обратно едем. Давай.
развернитесь. Он выехал из порта, Теннер. Куда теперь движется? Едет на восток. Строго на восток. Давай. Что, неужто смог? Смог или не смог? Интрига? Чтобы узнать расположение противников. Ну. И. Бонд вытащить пистолет. Прошел гонку вонючую. Убейте его. Я должен передать материалы. Ага. Бонд, как слышите? 007, прием. Так, посмотреть, что там, разбитая машина, зарегистрирована на имя. Так. Вот так. Так, что мы имеем? Так, 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 так. Давай. Вот так. Вот так. Пойдем, 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 бежим, 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 бежим. Убейте его! Надо выиграть время. На. Вот так вот. Блин, меня кто-то завалил там. А все так неплохо, так начиналось. Так. Давай. Так. Я-то пока хорошо иду. Где? Так, 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 так. Мне вообще тут надо что-то со смартфоном искать. Прекрати это! Соберись повыше! На!
Где ты? Я же знаю, что ты наверху, падла, был. А, нет, смотрите-ка. Так. Давай, 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 давай. Так. Информация. Этот римский амфитеатр находится в верхнем составе. Так, понятно. Давай. Так, а куда мне? На, ну вот так вот пойдем. Так. Что тут? Я говорил, что-то странные грузовички. Так. Пока сюда откуда вот он выехал? Проехал-то. Очень. Врагами аж уперся. Молодец. Так. Вон туда. Так. На всякий случай обследуем все это дело. Ой. Ага. Так, вертолет. Так. Где что надо просканировать? Вне зоны действия. Давай. О.
МП-5. Они сами пистолет, пулемет для применения в различных боевых ситуациях. Высокая точность стрельбы, сочетание при... Понятненько. Так. Обратно, обратно хренушка. На. Где ты? Давай. Так. Блин. Так. А я не могу вот это заменить разве? Походу дела не могу. На. Так. Пока бежим, пока все нормально. Убить его! Я опоздаю на встречу. А, почему он еще жив? Он не должен нам помешать. Убейте его! Убейте его кто-нибудь! Давай. Блин, а нет, смотрите-ка. Только скажи, конверт имя. Передал. На кого работаешь? Никогда. Попробуем еще. Кто он? Кто тебя нанял? Мне нужно имя. Имя, сестра. Имя. Померов. Степан Померов. Куда он везет документы? Не знаю. Я сказал все, что знал. Прошу вас. Нет, дурачок! Отпустите! Я больше вам не нужен! Это верно. Ну как, 007? Перехватили материалы? Нет. Ученый мертв. Но я знаю покупателя. Кто он? Померов. Степан Померов. Есть такой. Русский бизнесмен. Не имел... Не привлекался. Никаких сомнительных связей. Согласно отчетам, он сейчас в Монако. Вылетает в Москву сегодня вечером. Отправляю досье и фото. Есть. Давай. Мне досье нужен надежный фото. Человек в Монако. Сейчас выдам контакты. Пусть задержит Померова до моего появления. Конечно. Что ж, вылетаю немедленно. Аэропорт. Ницца.
Так я понимаю. Джеймс, не сразу вас узнала. Простите, мы знакомы? Николь Хантер. Для друзей Ники. Николь Хантер? Вы ведь ювелир? Для кого-то я просто тусовщица. Рад встрече, Николь. Не опоздайте на рейс. Вообще-то я от М. Заманчивая и приятная неожиданность. Поехали. Машина вон там. Господи, какие сопли я слышу вот прямо неплохо. Из другой комнаты. У друга взяла. Сядите за руль. Конечно, сяду. Мне спокойнее, когда ведет мужчина. Доверие — это хорошо. Что вам известно о Померове? Ой, он бабник. Но для русского олигарха очень мил. Нефтяные скважины, алмазные копи, личный Боинг 737 и, конечно, весь отделан золотом. Вы встречались? В этом мире всего 6 мужчин, с которыми стоит встречаться, и с половиной из них я уже знакома. Поверните. Господи, какую цену-то себе набила? Если без шуток, он поставляет химикаты для обработки золота и серебра, которые нужны мне для работы. И он предложил мне открыть бутик в его новом казино в Монако. Он купил казино? Угу. Это еще одна модная фишка олигархов. Как жена-супермодель. Итак, я убедила его отложить вылет в Сибирь. Там он держит жену, чтобы она не спустила все его деньги. Вот охренеть. Встреча в переговорной. Вам хватит времени, чтобы проникнуть в его кабинет и взломать сейф. Отлично. А как вы... Можно и так сказать. У меня же идеальное прикрытие. Показы мод, бутики, фотосессии. Я езжу по всему свету, не привлекая подозрений. М вас нашла? Не совсем. Как это не совсем? Ну, у меня была одна небольшая проблема с налогами. Небольшая проблема? И еще с таможней. Партия бриллиантов. Вот значит, как девушки из высшего общества попадают в МИ-6. Да, Джеймс. Но поверьте, когда надо, я могу быть здравомыслящей. Высадите меня у входа в казино. Надо привести себя в порядок. О. Отправлю вам сообщение, когда он соберется уходить. Да уж, будьте любезны. Сообщите. А то мы не знаем. Угу. Когда-нибудь бросал монетку на желание? А зачем? Так. Здесь так красиво. Посмотри. Джеймс, все в порядке. Померов уже идет ко мне. Так, я иду через сад. Что за хрень? Включите опять ручку. Такая? Хочу знать, где вы. Секунду. Все, включила. Так, теперь вы отвлекаете Померова. Если он что-то заподозрит, поднимет тревогу в казино. Это ясно? Спокойно, Джеймс, я умею находить подход к таким, как он. Так-то красиво. Фейерверк изумительный. Да. Бронзовую статую обнаженной женщины подарил казино неизвестный итальянский коллекционер. В конце 1960-х годов. Давай, запыхался. Так. Ага. Готовы заступать на пост. Вас понял, Чарли сдает пост. Смотрите в оба. Сегодня приказано патрулировать парк. Вас понял. Командиры группы, убедитесь, что все на своих местах.
Так. Ну, блин. А я вот хочу туда. Обратно могу я взять тот пистолет? И прыгнуть не могу, и слезть не могу. Прекрасно. Следите за территорией. Сегодня праздник. Пьяные туристы могут попытаться сюда залезть. Есть, сэр. Вперед, докуривайте и начинайте патрулирование. Сэр. Так. Происшествия были? Нет, сэр. Потеряли бойца! Вот так. Вот и все происшествия ваши. А этот так вообще, по-моему, туда ушел. Так. Ну, кстати, так-то неплохо. Я, по-моему, оттуда, да, поднимался, подбирался, да, оттуда. Красиво, он салют с яхты там бахают. Блин. Все понятненько. Еще разок. Отключили. Так, а где пистолет-то? То, блин, у меня прямо уже подумать патронов много. Джеймс, Джеймс, Памиров не пришел. Что делать, если не появится? Действуем по плану, Николь. Ждите. Он может опоздать. Вы должны сыграть свою роль. Ладно. Я постараюсь. Мне пора. Давай. Отвлекаешь меня. Вот так. Вроде нормально, так
расправил. Давай. Экономлю на патронах. Так. Ладно, сейчас докурю и уйду на перерыв. Смотри, не перетрудись. Видел новую помощницу босса? Я видел. Подождите. Где-то что-то. А что сканирует-то? То, что я пока еще не вижу. Чарли движется в 5S. Охраняем периметр. Происшествий не было. На. Отряд Браво, где вы? Это Браво. Сектор 14. Браво, отвечайте, где вы? Браво, где вы? Так. Ждем. Да нет, вроде. Вот. Это какое-то оружие, да? Достаточно боеприпасов. Чарли, где вы? Чарли движется в 5S. Охраняем периметр. Происшествия не было. Да и не было, и у меня не было. Вот так. Давай, давай, давай. Скинь его. Давай, куда? Браво, отвечайте, где вы? Браво, в секторе 12М. Все тихо. Браво, доложите обстановку. Итак, Николь, я в казино. Отвлекайте Померова, пока я буду искать. Хорошо, Джеймс. Да. Так, вот он. Где вот? Пальцем укажи. Где? Ага. Я должен был тут как таракан ползать, короче. На стелсе. Слышать похвалу. Откуда у вас эта картина? С ума сойти. Я
я мечтала приобрести ее. Но владельцы сказали. Это залог, скажем так. Их сынок проигрался в бакару. Давай. 007. Чтобы открыть этот замок, вам нужен код. По всей видимости, он разделен между тремя охранниками казино. У каждого находится лишь фрагмент. Их расположение у вас на смартфоне. Просканируйте их карты доступа, соберите код и войдите в лифт. Начнем отсюда. Во сколько приезжают игроки? Не знаю. Нам просто велели охранять. Если нужно столько охраны, прибудут большие шишки. Говорят, сам Померов будет тут играть. Кто-то есть. Сам знаешь, он помешан на безопасности. Вот и все. И не особо там мне пришлось. Вот она. Один есть, 007. Так. Уходим. Надо оскорбил сесть. Так, первый есть. Еще один бонд. Второй есть. Ну, вроде все. Все, 007. Теперь у вас есть все данные для доступа в лифт Померова. Пойдем. Доступ к лифту. Он меня ждет. Да, блин. Так, золотой зажим для денег, украшенный бриллиантами и другими драгоценностями. Уж вы-то лучше все понимаете, милый Степан. Чтобы сорвать джекпот, нужно решиться сделать ставку. Нет риска, нет и денег. Что это? Ваш счастливый билет. Серьезно? Вполне серьезно, Степан. Этот замок вы взломать не сможете. Только... Другая система. Да. Найдите иной путь внутрь. Так. Уж вы-то лучше всех понимаете, милый Степан. Так, вот сюда мне. На. Блин, блинский. Ночью все привлекает. Сюда катим. Опа. Но что будет при свете дня? Степан. Сколько, Николь?
Уж вы-то лучше всех понимаете, милый Степан. Чтобы сорвать джекпот, нужно решиться и сделать ставку. Степан, вы что, русский? Нет и денег. Что это? Ваш счастливый билет. Вот. Серьезно? Вполне серьезно, Степан. Блин, а что за картины-то тут такие? Подождите. Так. Блин. Вот так. В чем была цель исследований? Я же сказал, мы изучали сибирскую язву и черную оспу, чтобы создать вакцины на случай применения биологического оружия. Что? Только вакцины? Не искали возможность боевого применения вирусов? Нет. Нет? Тогда почему материалы зашифрованы? Я объяснил. Я работал дома. Говори, какой пароль к флешке? Дай мне ключ к шифру. Хватит. Не надо. Я скажу. Это мой телефон. Мой номер. Спасибо. Понятненько. Как так вышло? Не пускайте его! Пакет у нас. Что в кабинете? Давай! Давай. Ага, выходить-то посюда надо будет. Живой. Направо. Ну-ка. Ну, вроде тут всех, да, завалил. Давай сюда, сюда, сюда. Николь, где вы? Блин. Я снаружи, в чем дело? Казино закрыли. Я бегу. Быстрее подгоните машину ко входу. Что вы задумали? Сваливать задумал. Есть идея, как выкрутиться. Давай. Давай. Неплохо отстрелял. А где еще есть что собрать? Ай-яй-яй. И все против меня одного. Огонь!
Да подождите. Давай, где-то вон, вон. Вот так. Давай, 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 давай. Не ленись. В этом, вот этого зависит твоя жизнь все-таки. Не надо лениться. Высылайте подкрепление. Так. Джеймс, я в машине перед казино. Где вы? Я уже иду. Готовьтесь ехать. Где ты? Убежал. Вырвался, прорвался. Так, чтобы произведение несколько синтетических вызовов подряд, удерживайте. Чтобы узнать расположение противников, воспользуйтесь смартфоном. Вот, сухой, как любите. А что у вас? То же самое, как вы. Не люблю дамские коктейли. Бонд, слышите? Да, Эм, слышу. Николь, вы позволите нам с агентом поговорить с глазу на глаз? Я должна быть уверена. Конечно, разумеется. Только мне доверие. Мы одни. Что удалось найти? Мы перевели все документы, которые вы сфотографировали в офисе Померова. Большая часть из них — это счета на поставку сложного химического оборудования на старую фабрику химикатов в Сибири, где Померов недавно запустил производство. Все сходится. Они пытали Тедварда, ученого, чтобы он выдал им свои формулы. Он работал над вакциной от сибирской язвы для солдат. Хороший материал для создания этого оружия. Этого мы опасаемся. Нет. Этого опасается весь мир. Отправляйтесь туда. Вы должны остановить Померова. Возможно, мисс Хантер поможет вам это устроить. Возможно. Я с ней поговорю. Хорошо. Удачи, 007. Вы закончили? Мне нужно на сибирскую фабрику Померова. М считает, что вы можете помочь. Нужен самолет, транспорт на месте, связной и... Стойте, стойте, не так быстро. Мы с Померовым еще обсуждаем бизнес-предложение. И под этим прикрытием мы с вами легко попадем на фабрику. Разве мы? М просила помочь, не сопровождать. И как же иначе я дам вам шанс посетить Сибирь? Любопытно. Есть у кого одолжить самолет? Соедините меня с Рудольфом. Я даже не удивлен. Вам понравится. На борту душ, винный бар и огромнейшая круглая кровать. О, да. Да. Подожду. Что? Почему вы так смотрите? А как? Должен еще смотреть. Кровать и бар для вас, а я поведу самолет. Ох! Мило, что Рудольф одолжил нам машину. Это его не стеснит? У него их 6, не проблема. На что еще тут тратить деньги, кроме бриллиантов и часов? И зачем вам в это ввязываться? Не верится, что Померов может быть в чем-то замешан. Он был мне как родной. Въезд прямо по дороге. Помните, что я говорил? Все по плану, без фокусов. Дело серьезное. А они поверят, что вы телохранитель. Было бы странно, если бы вы явились без охраны. Да, Россия.
Без охраны ни шагу. Хорошо. Да с чего ты брешешь? Ну что же, ваш выход. Очень даже безопасно. Остановите! Я пришла к Степану Померову. Он ждет вас. А сами-то как думаете? Мой охранник подождет меня здесь. Ему нужно перекусить. Поставьте машину вон там. Он пусть ждет в гараже. Спасибо. Сдайте оружие. Он думает, что мне оружие нужно. Он еще не знает. У вас 5 минут, чтобы попасть в кабинет Померова. Потом подниму шум. Я справлюсь. В этом вся суть. Да? Извините, что отвлекаю. Нам удалось взломать сервер Померова и найти материалы исследований Тедварда. Но скопировать их не успели. Скачайте материалы через центральный терминал в серверной. Думаю, получится. Ну, так-то неплохо. Красивенько. Отправлю координаты вам на смартфон. Так. Здесь-то у меня нечего, да? Так. Так. А, не то, не то, не то. Да, блин. Слишком резкий, что ли? Да, охренеть. Это было, а? Это плавно, кстати. Просто я слишком. Блин. Рано. Блин, куда спешишь-то? Вот так. Заходим. Что-то башня, ага. Я думал, что-то взять можно.
Машину. Блин. Так. Статуя работы известного скульптора Дмитрия Ветрова. Однажды подвозила, мы встали и 2.5 часа торчали в чистом поле. Это была другая машина. Ах, второе ведро с гвоздями. Можно подумать, тебе не по карману новое. Да ладно, нормальная машина. Главное завести и порядок. Можно было и там, конечно, по... Да, блин. Переговорная финансовая группа освободилась. Вот так. Подождите, а мне сюда куда-то надо? Вычислительный центр. Недостаточно данных. Ладно. В серверной все тихо. Прервалась. Зачем мы тратим время? Что тут охранять? Ты что, не слыхал, что в казино произошло? Нет. Кто-то ворвался, устроил перестрелку. Вроде как у Померова хотели что-то украсть. Какие-то документы. А, ясно. Вот почему решил поднять всех на уши. Есть тут кто? Вижу врага! Блин! В серверной все. Не слышу вас. Зачем мы тратим время? Что тут охранять? Что там такое? Огонь! Понятно. Серверное все тихо. Прием, связь прервалась. Зачем мы тратим время? Что тут охранять? Ты что, не слыхал, что в казино произошло? Ну? Кто-то ворвался, устроил перестрелку. Вроде как у Померова хотели что-то украсть. Какие-то документы. А, ясно. Вот почему решил поднять всех на уши. Так.
Вот так. На. Уже проверили. Никаких. Участникам климатической комиссии просьба пройти в главный конференц-зал. Главный терминал. Бонд, материалы не здесь. Вам нужно в компьютерный центр. Учтите, там стоит биометрическая защита. Только у самого Померова есть доступ ко всем помещениям в этом здании. 007. Вам нужны его отпечатки пальцев и запись голоса. Понятно. Переговорная финансовая группа освободилась. Это наверх. Всем посетителям мы не несем ответственности за автомобили, припаркованные на территории фабрики. Давай, 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 давай. Точная модель преоборудования фабрики. Довольно любезности, милая. Вы пролетели полмира не для того, чтобы выпить со мной водки. Что вы предлагаете? Я внимательно. Это отпечатки Померова. Осталось заполучить образец голоса Померова. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!